Більш ніж 100 талановитих дітей стали переможцями вже традиційного конкурсу художньої творчості «Різдвяна зірка». Захід проводили Одеська єпархія, обласна рада миру та міський департамент культури та туризму. Його мета – всіляко розвивати та підтримувати дитячу творчість. Тематика робіт – зимові різдвяні свята. Переможці визначили в різних вікових групах. Наймолодшому учаснику конкурсу лише 3 роки. Після урочистого нагородження в просторі залі свято Архангело Михайлівського жіночого монастиря відкрилась виставка, на якій були представлені найкращі роботи. Как вы сами видите, здесь представлены многие виды творчества, и наши дети действительно творят чудеса. Их работы прекрасны. И хотя суровое жюри очень строго судит наши работы, тем не менее, как вы видите, у нас много дипломов, у нас много номинаций, у нас гран-при, у нас международные премии. Поэтому призываем всех юных художников приходить к нам, участвовать в этом конкурсе и получать заслуженные награды. Это уже событие происходит больше 20 лет. Уже выросло не одно поколение на этих конкурсах. И мы эти работы возим и в Верховную Раду Украины, и в Страсбург, и выставляем в Конгрессе США. И вот совсем недавно это прошло в парламенте Болгарии. То есть очень много различных государств участвуют в этом проекте. И мы очень рады, что нас поддерживает дипломатический корпус. Конечно, мы это все проводим совместно с Одесской епархией, с Национальной муниципальной галереей, с патронатом мэра нашего города. Поэтому объединяются такие сильные культурные направления для того, чтобы наше будущее поколение, вот, как говорится, чувствовало себя комфортно.